музей – главное действующее лицо в мире и в мировой культуре. Международный форум – это маленькая часть мировой культуры, которая, значит, должна учиться того, что делают музеи. Музеи являются самым главным культурным учреждением современного мира. Потому что музеи одновременно являются консерваторами, хранящими историческую память, а без памяти человечества не существует, каким бы творческим оно ни было. И одновременно в музеях рождаются самые важные инновации, и используются самые важные технические инновации, и рождаются самые важные идеологические инновации, потому что музей – очень живое учреждение, которое за последние 20 лет, 25 лет вымуштровано тому, что если оно не будет исполнять множество разных функций, то оно погибнет. Музеи выжили в очень трудное время, взяв на себя множество важных функций погибших разных учреждений, и потому музей ярче всего откликается на ситуации, существующие в обществе, ярче, чем театр. Мы будем вместе с нашими коллегами обсуждать важнейшие вопросы, которые сегодня очень важны. С одной стороны, итальянский музейный эксперимент, с другой стороны, взаимоотношения музеев и законов, потому что законы очень мешают всем, в том числе и музеям. И затем мы будем разговаривать о доступности и разных пониманий доступности музейных коллекций, которая осуществляется, с одной стороны, с помощью музейных сателлитов, с другой стороны, с помощью расширения возможностей доступа в музей людей с разными сложными проблемами и возможностями.